Ну вот я в мужском отделе. Хочу выбрать футболочку. Подарок. Ну, допустим, такие вот поло. Какая цена? 329 лир. Разные рубашечки. 499. Сейчас летний ассортимент в основном, а на демисезонной скидочки. Ну, вот шортики морские для моря 299 лир. Симпатичная рубашечка. 300 лир. Вот такая вот. Что у нас тут? Вот такая 200. По-моему, неплохо. Вот такая курточка с капюшоном. 1000 лир. Рубашка в какую цену? Это 500. Так, надо что-то летнее. Я думаю, что футболочку, скорее всего. А может, две. А ну вот ничего. Такая. Какая цена? 250. Угу. Тоже мне понравилось. Такая вот футболочка. Угу. Это вот с капюшоном. Прикольная. А вот и черненькая есть. С капюшончиком. Да. Капюшон. 300 лир такая. Это для спорта футболочки. Цены хорошие, очень много скидок. Футболки где-то от 200 лир до 350. Шортики 250. Ну, тоже симпатичная курточка такая. 1300. Она как велюровая, светленькая. Класс. Класс, класс. Угу. А тут вот, наверное, эти со скидками, с длинным рукавчиком. Сейчас посмотрим. Да, ну вот, красные ценники, это скидка. Была 500 лир, сейчас 400.